Здравствуйте, друзья! Сегодня сажаем папину рассаду. Вот посмотрите, какой красивый, красивая тыковка. Если это не кабачок. Не, должна быть тыква. В общем, сажаем по такому принципу, что сначала вырываем большую яму. Здесь такую, очень много сорняков. Место было, куда я просто сваливал землю. И сейчас покажу, куда я лопату унес. А, вот. В общем, не буду все показывать, именно покажу ту часть, которая, может, кому-то заинтересует. А вот я, правда, вроде как учился на агронома и не доучился, но понять принцип, где должен быть навоз, должен каждый агроном. Не понять, а знать. А понять мне удается только с помощью совета моего папы. В общем, выкапывается такой вот. Ложбинка такая, или как сказать, ямочка. Значит, перемешивается все с навозом. То есть вниз идет навоз. Навоз вот такой. Ну, в общем, вот. Как кашули, короче говоря. Вот ведерко навоза. Вот видите, вот такие вот еще. Это уже спревший. Пахнет деревней. Очень здорово, кстати, не воняет. Вот. Потом засыпаем сюда. Сейчас я корни уберу. Все это немножко перемешивается. Для этого должно быть, мы должны как-то рассчитать, чтобы не слишком высоко, не слишком низко было. Ну, вот. После этого я беру обычный вот мешок с землей, кидаю, и у меня вот так получается. Вот смотрите, сначала тут сформировал тут все. Вот видите, вот куча была земли вот так вот. Вот так вот сформировано. Это вот кажется, что тут как будто чуть-чуть вокруг земли. Не, на самом деле тут хватает. Здесь уже подготовлено к тому, чтобы уже вот так вот все это дело высаживать. Это я на плитку положил. Там что-нибудь видно вообще? Видно. Вот. Вот так вот берем. Там уже так трамбовать не стал, так просто вот понадавливал. Вот здесь вот эта вот земля. Надо, чтобы вот на том уровне было, чтобы, может быть, чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже этого. Вот смотрим, как выходит. Раз, о, корникой. Какая хорошая рассада у папы, ну вообще. И как-то вот так вот приблизительно. Ну вот так, наверное, к свету ближе. Вот так вот. На юг. Я не знаю, ну почему. Так, может пониже немножко. Можно пониже чуть-чуть, чтобы влага, она все-таки стремится вниз. Вот так вот установили. И вот так тихонечко. Я сначала утрамбовывал, а сейчас нет, просто вот так вот. Буквально руку положил, и все, не надо там утрамбовывать ничего. Вот так вот все делаем. И вот сюда побольше, чтобы не засыхало. Сейчас объясню. Вот так вот. И вот эта обычная земля, вот так вот сверху мы сейчас все вокруг вот это обсыпаем. Те корешки, очень много корешков. И земля из-под гаража, где я рыл яму, типа мини-котлованчик. Куда ее деть, я не знал. В общем, делась она вот. В общем, все это разравнивается до такого состояния, чтобы вот, выглядело все вот так. И поливаю, естественно. Здесь два кабачка на память. Снимаю, чтобы было просто понятно. Ничего. Может, я перепутал. Они похожи. Рассада похожа. Сюда кабачок, туда. Так. Кабачка, кабачки посредине тыквы, еще сюда хочу тыкву. Или кабачки. В общем, то, что осталось у нас там. Ладненько, все. Всем спасибо за внимание. Посмотрим. Сделаю еще ролик через недельки-две, что у нас получилось тут.